Ага. А что это у меня не получается? А почему? Так. Непорядок. Вот, теперь получается. Есть, да, работает, работает. Все отлично. Ага. Ну вот, вроде должно все работать. По крайней мере, так было задумано. В моей голове хороший голос получается. Приветствую, ну видите как, значит, действительно хороший голос. Привет, привет, привет. А вы не ждали сегодня стрим? А я говорил, что он будет. Так что все произошло так, как я и планировал. Вот. Приветствую, приветствую. Планы сегодня будут наполеоновские. Не знаю какие, но обязательно будут. Смотрел сегодня лорный ролик по Йору. Интересно, конечно. Ну, слушайте, вообще лорные ролики всегда интересны. Тем более, если лор покрыт такой тайной. Вот это всегда интересно, знаете, когда персонажи появляются с некой тайной. Это очень любят даже те, кто делают онлайн-шутеры, чтобы добавить саспенс. Привет, привет. Я всегда думал, что Егору состоял... Ага. Ну, может быть. Добрый вечер, мадемуазель. Как дела ваши? Как дела? Да прекрасно дела. Дела как сажа бела. А ваши? Надеюсь, тоже ничего. Привет, Егор, сорян, сидеть не смогу на стриме. Гениально. Привет, Колопан. Ну ничего, закрепи, пожалуйста, телегу только. И в целом, и ладно. Ждем все вместе Одиссей на 100%. Но, слушайте, Соник уже это заценил, так что это было забавно. Короче, чат, сегодня будет... Привет, Егор, передай, пожалуйста, привет Егору Васильеву. Я в зеркало потом посмотрюсь и прекрасно себе привет передам, если вы про меня. Понятно, Клапан. Ну ничего, всякое бывает. И ваше прекрасно. Ну, это прекрасно. А чё это вы не на стриме? Я к вам захожу. А вы не на стриме. На самом деле, сегодня, скорее всего, запустим киберпанк, добьем концовки Фантом Либерти. Вот. Либо, может быть, мы придумаем что-то еще. Согласны? Я думаю, вариант хороший. Мне кажется, даже отличный вариант. Так, я отовсюду выйду, чтобы у меня ничего не блочилось. И гениально будет. Блюлок смотрел. Блюлок. А что это Блюлок? Это же аниме какое-то про... Вроде про футбол или что-то. Попа сама себя не накачает? А, понимаю, да. Я вот вчера тоже перед стримом успел сходить на тренировку, так что все было заебись. И, ну, конечно, попу я не качал, но тем не менее. Футбол, да-да-да, футбол. Когда киберпанк на 100%? Никогда. Нахрена его проходить на 100%? Вот, ну, для меня это не является какой-то отправной точкой. Не знаю почему, но я сейчас прохожу на PlayStation Days Gone на 100%. У меня уже почти... Ну, мне осталось буквально там пару каких-то получить ачивок и все. И будет платина. Вот, и я сейчас скоро получу платину в God of War Ragnarok. Не знаю почему, но вот мне так понравилось.
Погоди, а тот кружок с ТГ, это вообще как произошло? Вы про что? Конкретно про какой кружок с ТГ вы имеете в виду? Ты охотник на платину? Нет, нет. Я на самом деле для себя сам удивился, что я решил пройти на платину, но меня настолько зацепило Days Gone по своей атмосфере, что мне просто нравилось туда возвращаться. И God of War Ragnarok я тоже считаю потрясающей игрой, и как-то вот мне сначала я решил добить всех берсерков, потом я, значит, победил Гну, потом я еще победил, и вот так понеслось. А, про то, когда на сцене был, ну это такой спектакль, мы играем такой спектакль, на котором можно достать телефон. То есть как бы, хоть это и Шекспир, 12-я ночь, вот, но тем не менее, особенно в самом начале спектакля, когда зритель только приходит, мы уже на сцене, мы можем даже со зрителем поздороваться в случае чего, и я вот поэтому записал кружок прямо со сцены, когда зритель рассаживался. Так что, это как бы, ну... Это допустимая тема, короче. Слушайте, у меня какие-то проблемы с Твичом. Меня показывает абсолютно мало того, что разные цифры, так еще отображаются разные сообщения чата. Виа, тебе идет. А что мне идет? Простите, я что-то не увидел. А что мне идет? Не знаю, что мне идет, но, наверное, да, наверное, идет. Доброго вечера. Хотел бы спросить, часто ли тебя достают демками по озвучке? Можно ли тебе кинуть на оценку? Смотрите, да, мне присылают очень много иногда материалов с просьбой отсмотреть и какие-то сказать комментарии. Я вообще, как уже и говорил, я планирую стрим по этому поводу. То есть как бы просто я у себя в телеге анонсирую определенные правила присылания, скажем так, демок ваших. Ну, кому интересно. Вот. И вы будете просто банально мне их присылать, а потом я на стриме это все буду отсматривать и давать какие-то комментарии. Мне кажется, нормальная тема. Привет, Егор. Давно не заходил на стримы. Приветствую. Прекрасно, что еще помните меня. И прекрасно, что зашли. Это огромное спасибо. На самом деле, сегодня, короче, ну, поскольку я забыл, как запускать голосование, а Колопанда не может присутствовать на стриме, а он единственный модератор, вот, надо будет сейчас, знаете, как сделать, короче, плюсиками будете голосовать, во. О, привет, Мэтрикс, привет. А на самом стриме можно будет голосовые через донат отправлять? Смотря с какими целями. Это очень важный момент, смотря с какими целями. Смотрю твой стрим на телефоне и на ноутбуке, смотрю фильм «Профессионал» с Киану Ривзом. Комфорт 100%. «Профессионал» с Киану Ривзом. А это не тот фильм, где он то ли в Сибири, что-то в этом роде? Нет? По-моему, я даже что-то там озвучивал, каких-то бандосов или что-то в этом роде. Я был на озвучке этого фильма, это однозначно. А какой у вас план на стрим? Поиграем во что-то или же болтаем? Ну, смотрите, на самом деле, пока что, по-моему, у нас прекрасно болтается. Мы можем обсудить какие-то животрепещущие темы. Вот. Но в процессе мы можем запустить, допустим, Киберпанк, добьем концовки Phantom Liberty. Или запустим еще какую-нибудь игру. Думала, что караоке-стрим? Нет, караоке-стрим — это жестко. Я к караоке-стриму мне нужно морально подготовиться, потому что хоть я и немножко умею петь, но это очень тяжело. Это вот прям очень тяжело. Чтобы получить разбор от тебя... А, ну вот это возможно. Вот это, скажем так, это более-менее возможно. Но посмотрим. Так или иначе, надо будет все это дело разбирать, смотреть, как это все будет. Короче, долгая история. Вот. Ты еще обмолвился, что в чате будешь давать текст, который можно будет... Да, да, на самом деле, это в этом мысль тоже была определенным образом. Привет, Егор, приветствую.
Здравствуйте, давайте Valorant или Мир танков. Посмотрим. Посмотрим. Скрин на фоне сам сделал? Да, да. И не стесняюсь этого, потому что качество моего стрима, короче, оно главное вот просто в том, что я рассказываю. А то, что как это выглядит, похуй. Как говорится, не хотите, не смотрите, ну и пожалуйста. Приветствую, Артур. 3 недели морально к караоке готовишься? Именно так, именно так. Только не Мир танков прошу, или лучше сразу Доту? В Доту я ни разу в жизни не играл, поэтому в Доту я буду играть только за могучий донат. Только, потому что я даже, ну, я не хочу к этому прикасаться. Не поймите неправильно, но просто не хочу. Вот. Поэтому, короче, надо подумать. Караоке штука сложная? Да не, нихуя она не сложная. Ведьмака? Ну, слушайте, кстати, у меня, например, вот здесь есть... Я переигрываю Ведьмака опять, вот. И у меня осталась пара финальных миссий. То есть у меня осталась битва при Каэр Морхене. У меня осталась последняя миссия «Кровь и вино», по-моему, этот штурм Дунтынне замка. То есть, как бы на самом-то деле, ну, короче, у меня клевые миссии в Ведьмаке третьем остались. Могучий донат — это сколько? Это сколько-то. Караоке нужно не совсем на трезвую голову? Ну, нет, это я тогда уже, у меня тогда гуляй душа, и мне будет похуй, насколько кринжово я пою, поэтому не надо. Я недавно как раз начал только играть в третьего Ведьмака и услышал у Весемира голос Дарта Вейдера. Но слушайте, представляете, какое количество актеров озвучивало Ведьмака третьего? Меладзе от души будет? Меладзе всегда от души. Второго Ведьмака? Ну мне это заново, его надо устанавливать... Можно, конечно, насчет этого запариться, но... О, кстати, слушайте, мы можем продолжить зайчика играть. Вот чего. А? Вот это вариант, я же не допрошел зайчика. Можно его продолжить. Но это пиздец. Потому что это будет очень страшно. Мне всегда это страшно. Вы, если кто-то был на двух стримах зайчика, это был пиздец. Нет, я там не озвучивал. Но видите, короче, вот за мной, вот там рисуночек один, вот на А4 за моей головой. Вот его рисовал, это меня нарисовал с айкона. Художник зайчика. Даня там сидел, я помню, он вместе с тобой. Ну, слушайте... Очень стрёмная игра в плане скримеров, блять, очень стрёмная. Вот серьезно. Засыпательные стримы? А, охренеть, какой засыпательный стрим. Если брать микрофон для Дискорда и игр, то какой будет лучше, твоя аудиотехника? Ну, слушайте, аудиотехника, скажем, это боец проверенный. Вот я не знаю по поводу микрофона, о котором вы говорите, вот, но вот этот... микрофон. Вот он прям молодец микрофон. Я на него даже один раз так вышло, что записал серию магической битвы, и я на него записал серию реинкарнации безработного. Вот. Вот. Вот так вот. Кстати, вот хуже нет, когда голос актера постоянно потом начинает ассоциироваться с определенным персонажем. Да, я тоже согласен с этим высказыванием, потому что это дело такое. То есть, как бы, нужно понимать, что персонаж должен сочетаться. И персонаж должен, как бы, становиться персонажем, а не конкретным голосом. Вот это такой момент немаловажный. Егор, есть ли у тебя какая-то игра, которую ты бы хотел озвучить, но по иным причинам не смог этого сделать? Ну, Бэтмен от Rocksteady... Потому что они не делали озвучку, и Бэтмен от Rocksteady вышел тогда, когда мне еще совсем мало лет было, чтобы озвучивать. Я потому что, например, боже мой, как меня сейчас разъебывает. Кстати, слушайте, я решил, я установлю последнюю часть Бэтмен Аркхэм и пройду ее на стримах.
ебейшая часть, вот как ни крути, даже со всеми этими, сука, загадками. Дайте-ка мне биту, я их прикончу. Да, именно так. Тоже неплохой вариант. Отличный вариант, я считаю. Потому что, ну реально, вот серьезно. Там тоже своеобразный мир танков, но в какой-то степени я с вами согласен. Да, вот это правда. Так, ну чё, чат, короче, предлагаю в целом поиграть в Киберпанк. Как считаете? Да пройдем какие-нибудь пару вариантов концовок за Рида и тому подобное, да? Только мне это все надо запустить, поэтому... Вам придется немножко подождать. Так, ща. Запускаю Киберпанк. Я большой фанат трилогии Архама, уж прости, Егор, но без голоса Кевина Конроя я не воспринимаю игрового Бэтмена. Я абсолютно с вами согласен, но, во-первых, я говорю не про свою, не про свой голос рядом с Кевином Конроем, но я попробую голос Владислава Копа. Мы сделаем, ну, просто такую актерскую пробу. Мне интересно, насколько вообще получится приблизиться к уровню и планке, которую задал Кевин Конрой. То есть это такой немаловажный фактор, просто мне интересно, вот серьезно. Так, что там? По этим названием. Слышите уже, да, музычка пошла. Так, ну что же. Сейчас только... А, подождите. Доброе утро, Найт-Сити! Вчерашний подсчет трупов закончился на крепкой тридцаточке. Спонсор десятки, неиссякающие уличные войны в Хейвуде. Минус один кол. Сейчас, погодите, чат, я все тут настрою. Так, а я забыл, а как называется, короче, это... этот выбор... Я что-то и не помню. Судный день или как? Угасающая звезда? Или что там надо перед выбором сделать? Я просто не очень помню, какую нужно загрузку выбирать. Там, перед выбором, когда стоит... Нет, это уже черный заслон, это не то. Это сейчас. Судный день вроде, да? А, в натуре, да, судный день. Сейчас, погодите. Так, стоп. Так, сделаю себе поменьше. Вот так вот, отлично. Так. Но вроде вот я... Вроде как чат я правильно загрузил. Вроде как. Посмотрим сейчас, как у нас будет. Приветствую. Не видно игру, а вот теперь видно. Ой-ой-ой, что происходит, блядь? Почему FPS? У меня что, ретрейсинг включен? Да вроде нет. А, блядь, ну конечно, да, у меня... У меня, понятно, у меня была включена трассировка. Сейчас отлагает. Или не отлагает. Listen, B. Ну давай, ну что ты, 13 FPS, что происходит, почему оно не делается? Привет, Егор, только заскочили на стрим, когда будет караоке-стрим, очень ждем, комфорт. Привет, спасибо за донат. По поводу того, когда будет караоке-стрим, я об этом объявлю у себя в телеге, потому что... Во, наконец-то. Алекс и Рид минимизируют риск и эксфилируют early via the route. Here she is. Вот она, во всем своем великолепии. Насчет нас не волнуйся, никаких проблем не возникнет. Я глянула планы стадиона, знаю, куда бежать. Приступим. Так.
Ну чё, поехали. I am ready. За дело. FPS шалит? Да. Ну, сейчас нормально, вроде отлагало. Какой пинг? 1 миллисекунда. Думаю, сойдет. Тогда заходим. Включаю главный сервер. Вижу. Есть ответ. Приготовьтесь вводить коды. Ви, спасибо тебе большое. Really? Спасибо, что помогаешь мне. Еще совсем more. Чуть-чуть. Okay. Теперь ваша очередь. Можно вводить коды доступа. Так. Ну что, теперь путем Рида идем, получается, да, чат? Погнали. Спокойно, Сойка. Осталось недолго. Финишная прямая. Нейроматрица. Курт, у нас проблема. Не надо, я с ним сама справлюсь. Really expected this to work? Думал, со мной это прокатит? Матушка Роща! Сойка, ты просто не понимаешь, что делаешь! Я очень хорошо понимаю, Ви. Я делаю все, чтобы выжить. Что? Получилось, Ви. Ледокол заработал. Зачем ты это сделал? Я пытаюсь спасти настоящую Сойку от безумия. Черный заслон пожирает твой разум. Ничего ты не понимаешь. Вы все двуличные твари. Что? Ух, это очень больно. Вот это пиздец. Что происходит? Ты убила Алекс. Нет. Это сделал ты. Ее смерть и все это твоя вина. Вот это пиздец. Ёбаный в рот. Чувство такое, будто в шахту лифта свалился. А что это было? Ой, короче, и как в вакууме все звучит. Киберпсихоз. У тебя был пробный период длиной в секунду. Кто-то устроил такое светопредставление, что такая ткань бытия порвалась посередине. Повезло, что ты вообще вернулся. Больно. Ви, отзовись. Соми. Она защищалась. Зашла за черный заслон. Да какого хера? Почему? Хочу чувствовать тебя внутри. Алло. Спасибо за донат. Да. Она сошла с ума. Алекс погибла. Алекс. Уходите оттуда, времени нет. А, ладно. Блядь. А чё, у меня есть что-нибудь из оружия? Или почему? А, понятно, гениально. А, блядь, еще и не закрыться. Ладно. Отберем.
Впервые, что ли? Сюда. Нормально. Так. Иди сюда. Чат, чат, подождите. Все очень важно. Или мне нужно бежать просто? По-моему, просто бежать. Ну, вы не сочтите за грубость, просто я тупой. Не забудь забрать снаряжение. А где оно? Кто оно? Где, блядь? Так. Вот. Вот это другое дело. Теперь можно и снаряжение поставить нормальное. Так. Пистолет, естественно. В Станислав Шишкин, естественно. Как же без этого, да, чат? Привет, Думкас. Так, и, естественно, я даже не знаю, что поставить. Может... А, ну, конечно. Ой-ой. Есть контакт. Что-то, слушайте, тут какая-то беда, конечно. Суми, что ты наделал? Бегом, бегом, бегом. Жесть. Что происходит вообще? Тебе надо уходить как можно скорее. Блять. В самый ответственный момент всегда я появляюсь. В самый ответственный момент просто. Блять. Опа, что это? Откуда он здесь? Вот этого я не ожидал, что он появится. Блять, сейчас меня убьют. Я же ни хрена не вижу тут. Так, допустим. Ща. Иди сюда. Ладно, неважно. Кто-нибудь подбирался так близко? Подобраться близко еще не значит дойти до конца. Ну, сука. Бам. В смысле? Я же... Блять, вот это вот самый важный момент, как из оператора. На каком-нибудь бинде. Где ты? На, родной. Перезаряжаемся. Опа. Вот, чап, чат, подождите, тут очень важная пизделовка. Ой-ой-ой. Peep St. Pawns to me. You'll pay for what you did. Бум. Так. Слушайте, а почему у меня так мало лечилок? Или я их просто не подобрал? Ой-ой-ой! А чё, на кулаках будем пиздиться или чё? So, you wanna be Meyer's newest pet. Just what you did. You don't expect me to roll over, I hope. О, я попал, попал, попал. Ты падла. Ну, это было ожидаемо, ладно, согласен. Хилки же теперь бесконечные, просто перез... А он постоянно стонет на русском. Я... Тут вся физика моя прописана. Все эти... Это вот это все... Хансен мощный мужик? Да, это однозначно. Да, ты бабки свои проиграла. Just got a second long taste of what it's like.
Блять, прямо отсюда? Ууу, короче, погнали. Просто я... Надо бегом пробежать это и все. Так, сразу поменяем все. Так. В Станислава. И винтовочку. Набегу, да. Не, ну надо Хансона завалить с первого раза уже. Ну точнее, со второго. Потому что, ну чё, это не порядок какой-то. Да блять, им на ход не выстрелишь. Ну да ладно. Ай-яй-яй, мне не уйти. Так, допустим. Ща получится. Ой-ой-ой. А может и не получится. А может быть и не получится. Как его наебнуло-то. А это что было? Ах ты сука! Ах ты пес. Ну давай на руках. Нет, не давай. Ладно, я передумал. Всякое бывает. Да блять. Так, чат, похоже, это будет очень сложно. Короче, давайте сделаем как. Сейчас пару раз, если я его не пройду, я расплачусь и уйду играть в Valorant. Как вам такая идея? Чтобы уж совсем все со стрима вышли. Так. А даже там не сохранится, что ли? Чат, там можно сохраниться, когда начинается босс-файт? Или нет? Больно. Ага. Я не знаю даже, что ставить теперь. А, не, надо поставить вот этот пистолет, точно. Точно. Вот этот, где он? Можешь попросить Вику да пройти киберпанк. Спасибо за донат. Вика, я не понял, что за дела? Надо киберпанк да пройти однозначно. Так, и давайте, знаете, что сделаем? Лучше вот это поставим. Да? Хотя... Ну не, нормально, нормально. Вот таким сетом сыграем. Ну и, естественно, незаменимый. Так. Да давай, давай, Ви, бегом, бегом, бегом. Пиздец. А у меня что-то даже и гранат нету. Обидно.
блять! Kill this fucker! Нормально. Метро Люблино, работаем. Слушайте, Вия или не Ви? Так, вот. Сюда контент. Сейчас будем, короче, сначала этих минусануть. Ага, где второй? А, все, минус два, да? Стоны не канон, вообще-то стоны это мои. Это стоны Ви, это мои. Вот это все, это я стонал. Не надо тут. Это мои стоны остались. А где он? Ага, вот он. Отличные стоны, я тоже так считаю. Peeps ain't pawns to me. You'll pay for what you did. Stronger fighters have tried and failed. Нормально, нормально. Сейчас все будет, чат. Благо, патронов хотя бы хватает. So, you wanna be Myers' newest pet? Just what you did. You don't expect me to roll over, I hope. Though I must say, I'm disappointed. Блядь, все-таки попал. Ай-яй-яй, больно-больно. Так, ну ничего, у нас получится. А почему у него, блядь, урон не проходил по нему? Что это такое вообще? Или так и заскриптовано? Блядь, что происходит вообще? Отстань от меня! Надо хотя бы захилиться немножко. О, другое дело. Где ты там? Не, надо побеждать, чат, однозначно. Куда он делся? Кто-нибудь его видел? Вот он. Блять. Слушайте, а как блокировать вот эти атаки? Ай-яй-яй. Захилимся. Да блять. Они вообще блокируются, нет? Просто внезапное напоминание о том, что ты милая булочка. P.S. Снова напишу, что отличные стоны. Спасибо огромное. Вы тоже булочка. Вы вообще все булочки, между прочим, это очень важно. Просто перепрыгивай его, когда он к тебе бежит. А, ну, кстати, вариант. Ну, блядь, это если я сейчас выживу. Отстань от меня. Ну, не бегай за мной. Мне и так страшно. Слушайте, а может... все-таки поменять оружие? Сейчас хотя бы... отстань. А почему по нему урон вообще не проходит? Хотя бы так, где ты? Ой, блядь! Страшно же! Очень страшно. Так, это он, получается, если он набегает, да? Strong!
fighters have tried and failed. Ага, все, кажется, разобрался я. Как... Блять, поймал меня, падла. Ну ничего, ничего, сейчас все будет. Где ты? Где он? Кто-нибудь видел? Блять, где ты есть? Ага. Нормально, вот так вот это и работает. Big fucking mistake, prick. 27%, все нормально. Блять. Я врезался. Привет, привет. Сюда. Давайте, все, 20% осталось. You can't handle this. Отстань! Ну нет, нет, не трогай меня, пожалуйста! Ну мне надо все так, копим. Танцуем и копим. Блять, нет, не получается. Вот, получается. Все нормально, так, давай, иди сюда. Big fucking mistake, prick! Семнадцать процентов. Блять. Нет! Живем, живем, живем. Так, чат, вы в меня верите? Я вот в себя не очень. Но я живи. Это нормально. Во. Попасть. Блять, да ладно! Я же упрыгал. Живем, живем, 13%. А, блять, у меня же еще скрипты есть. Че это я? Стоп. Живем. Нет, нет, блять. Прикиньте, вот это попадос. Оставалось, блядь, совсем чуть-чуть. Ну не, вы что? Егор, скажите, пожалуйста, Ане, что вы в нее верите и что она обязательно станет. Аня, мастером спорта вы, естественно, станете. И заслуженным, и мастером спорта международного класса. Все у вас получится. Прям вот... Погнали. Так, нет, я его пройду однозначно, этого ублюдка. Но что это такое? Я даже в подкате не мог попасть. Меняй сложность? Нет, принципиально не буду менять сложность. Тем более у меня всего лишь средняя стоит. Сейчас все будет. Да, все-таки, слушайте, хорошая идея, что я поставил вот этот пистолет. Он все-таки реально решает. И, наверное, я поставлю вот так. Ну и вот так. Нормально, бежим. Живем. Алекс исчез. Погнали, вперед. Живем. Блять. Живем. Ну все, чат, короче. Вот это точно ластецкое. Мы должны его завалить. А может через оптику? Во. В смысле, блядь? Какого хера? Что происходит?
Anyone come this close before? Так, норм. О, нифига себе, разрушаемость пошла. О, привет. Ща. Сделаем по-другому. Now it's just us. Во, а другое дело. Сочно. Блять, почти ушел. Ладно, не получилось. Так, 52%, живем. Скрипты не забывай. Да-да-да, спасибо. Сейчас, сейчас все получится. Где пистолет? Так. Где он? Блять, куда он делся? Ага, стоп. Пиздец. Ай-яй-яй, ну я думал, его скрипт раньше зацепит. Нет, нет, да блядь! Живем! Живи, живи, живи! Пиздец, как я выжил? Не знаю, но сейчас нормально. Так было нужно самой судьбе. Сейчас все будет, чат. Блядь, ах ты, больно. Так. Big fucking mistake, prick. Нормально, нормально. Где он? Так ты, сука. Встань от меня. Доброй ночи, доброй ночи. Спасибо, что заходите. Так. Big fucking mistake, prick. Так, скрипт. Он, правда, хотя бы хоть один... Ну да, даже целых 2% отнимает. Ай-яй-яй, да блядь, я врезался. 28%, нормально. Так ты. Отстань от меня. Убей Хансона или натурал. Ну все, мотивации надо поднять. Привет. Сколько нужно задонатить, чтобы ты ушел обратно играть в Valorant? Интересно. Чат, решаем, сколько нужно задонатить, чтобы я обратно ушел в Valorant. Давайте скажем, допустим... Чат, ну я даже не знаю, сколько... 3000, и вопрос решен. А зачем вам я так в Валоранте нужен? Тут тоже клево, блять. Нет, ну нет! Ну почему эта игра меня иногда так не любит? Ну, короче, 3000, и вопрос решен. Я уже... Я нет, я не уйду отсюда пока. Будем, значит, весь стрим проходить этого ублюдка. Нормальная тема, да? Ну а как вы хотели? Стрим по киберпанку. Если вам нужно в другую игру... Как говорится... Блять, может кто мне скажет, может кто собирал какой-то сет, с помощью которого легко его можно, это самое.
Так. Нет. Знаете, что как сделаем? Во, вот так сделаем. Все равно, нет, я пройду это именно с этим сетом. Все, заебись. Шишкин решает. Катаны всех зарубить. Вариант, конечно, но я думаю, тоже не прокатит. Ща, короче, все у меня получится. Вот то, что у меня гранат нет, вот это плохо. Ух, ух, неплохо попал. И по тебе попаду. И по тебе тоже попаду. Так, вот, и все, остались. Ты да я, да мы с тобой, как говорится, да? Так. Вот так. И еще сюда контент. Где он? Бля, отстань от меня! Блять, попал ведь, падла. Где он? О, нормально, можно через двойной прыжок от него еще сваливать. Вот так вот, да. Во, нормальная тема. Блять, ага, увернулся. Давай, иди сюда. Так. Нет, чат, эта попытка точно увенчается успехом, я уверен. Блять, но очень страшно. Ага, не попал, сынок. Я знаю, что остались только мы. О. Блять. Все-таки попал. Уходим, уходим. Где он? Бля. Ай-яй-яй. Блять, беги, Ви. Давай, давай, 25%, нормально, живем. У меня есть две хилки, что еще может быть лучше? Где ты, сука? Ага. Блять, отстань! Ну почему? Ну почему он попадает? Саунд охеренный, да, да, прям вообще разъебывает.
Да, ах ты падла. Попал ведь. Он чё, к концу своих хп что ли сильнее становится или чё? Stronger fighters have tried and failed. Сюда иди. 13%, все, он мой. Где ты? Где он? Блять. Ай-яй-яй. Привет, я считаю, что в призрачной свободе даже Чемарики. Да, я согласен с вами, абсолютно. Они постарались прям... Но, конечно, они это постарались геймплейно и, ну, скажем, вариативностью принятия решений. Но... Так, а вот теперь знаете, что мне поможет? Принципиально сделаю. Иди сюда. Сука. Но! Вожак пёсьего города. Thank you, V. That was for Alex. А куда он делся? А куда? А где? А где? Блядь, да ладно! Он что, провалился в скрипты или куда он делся? Прикиньте, у меня, короче, Хансен провалился. Интересно, эта игра сама хочет, чтобы я, короче, ушел в Valorant или чё? Ну-ка, давайте действительно попробуем, да, с F5 и F9, потому что, ну, что это такое? Это, ну, так нельзя. Может, сейчас получится? Даже после своей смерти Хансен остался ублюдком. Это правда. Абсолютная правда, между прочим. Так. А, ну он... Давай. Выпадай. Слушайте, это мне сколько надо сохраняться, чтобы он полностью выпал? Вот мне интересно. Сейчас. Так. Что это произошло? Что я нажал? Ну, да. Не, это не то. Это, видите, стойте. Сейчас, дайте. О-о-о, ну-ка. Это тоже не то. А, это, блядь. Ну да. Ну-ка, а если давайте еще раз попробуем? Может, так получится? Справа получилось, да, думаете? Где он? Ну, это знак от самой игры. Условие выполнено. В смысле? Чё это? Вы хотите сказать, вы мне 3К за это задонатили или чё? Чат, ну, слушайте, без вопросов, извините. Ну, короче... Слушайте, я озвучил условия, условия выполнил человек, так что я ничего не могу с этим поделать. Сейчас, подождите. Как надо сделать?
Тогда давайте сделаем сейчас... Погодите секунду. Сейчас надо все по новой перестроить, настроить... Так. Чат, ну, извините, это произошло не по моей инициативе. Так что тут кто бы знал? Кто бы знал, что так произойдет? Ну ничего, сейчас все, запускаю валик. Сейчас, ну, немножко поиграем. Пару-тройку каточек. Ну, в конце концов, зато, знаете, зато стрим продлится. Вот сейчас две катки, может, вы меня еще на третью уговорите, а может, еще даже уговорите. И вот так вот мы с вами будем играть, пока я не стану старым и не обкакаюсь. Я это осуждаю, конечно, но при этом это факт. Весь онлайн сейчас в пизду улетит. Но, слушайте, онлайн у меня и так последнее время невысокий, так что я уже не парюсь по этому поводу. Ну, улетит и улетит. Значит, не смотрят, значит, не любили. Как говорил Высоцкий. Так что нормально. Одну катку и дальше проходить? Ну, чё это вы? Слушайте, но мне, походу, надо будет еще раз Хансона этого убивать в любом случае. Так, ну чё, погнали в Валорант, получается. Так. Да? Чё у меня в магазине? В магазине, как всегда, ни хрена интересного. Слушайте, ну... Я не предлагал Валорант. Три ка равно три катки? Ну не, это так не работает. Если вы хотите задонатить на какие-то конкретные количество каток, тогда да. А так нет. Егор, скорее всего, был автосейв, где он еще на коленях стоит. Блин! Во, кстати, возможно, вот надо посмотреть. Я предлагаю отборное дерьмо. Нет, в доту я пойду за 5К. Донат в 5000, я скачиваю доту и играю в доту. И поехали. О, асцент, нормально, игра меня любит, игра меня щадит. Потому что если бы выпал лотус, я бы охуел. Я сражусь с кем угодно. Я сражусь со всеми. Всем привет. Привет. Мало для доты? Тогда 10 тысяч. Все, 10 тысяч и погнали в доту. С огнем играю. Отстаньте, я уже... Хотите, я вообще молчать буду? Давайте я просто микрофон отключу и нормально тогда поиграем. Мне кажется, тоже нормальный вариант. Не ставь условия, иначе найдется человек, который тебе задонатит на Геншин. Нет, вот что-что, Геншин от 50к. Я приду в Геншин Импакт, блядь, от 50 тысяч. Только так, потому что ну его нахрен. Нет. Нет, и даже не думайте. Слушайте, ну а чё у нас один дуэлянт всего? Это вся атака на мне получается? Сейчас еще, если в атаке начнем, это вообще пиздец будет. Да, если помните, я уже так, меня спросили, за сколько в синий цвет волосы покрасишь. Я уже один раз сказал. Но зато, видите, одноклассник Глеб все перестал меня смотреть, так что таких донатов больше не будет. Нормально. Так, ну чё, погнали. Сейчас знаете, как сделаем? Сейчас... будем смотреть, как вообще катки пойдут. Потому что если они пойдут плохо, то тогда какое настроение? А если вот они пойдут хорошо, вот тогда можно будет разыграться. Волосы где? Волосы на голове. А шутка хорошая была. Так,
Ну и чё, и где, и чё мы не начинаем? Раза да, да, раза два красил в синий. Егор, спасибо за озвучку Ви. Проджекты сказали, что займутся разработкой новой части Киберпанка. Вернетесь ли вы к озвучке их игр, если предложат? Спасибо за донат. Ну, естественно, если предложат, я с удовольствием вернусь и доозвучить Phantom Liberty. И если... Ну, мало ли, Ви появится во второй части, что вряд ли, тоже с удовольствием, как говорится. Синие волосы на жопе было бы сильно, так сказать, синий ракет между булок. Да, наверное. Приветствую, приветствую. Видите, сейчас на самом деле, сейчас, короче, у меня, я так понял, аудитория просто онлайна обновится. Сейчас половина людей с онлайна ушли, потому что такие, типа, да пошел ты нахуй со своим Валорантом. И сейчас... Если что-то пошло не так, не расстраивайся. Это не твоя вина. А чья же это вина? Чья же это, блядь, вина? Я гусь, я, пожалуй, съебусь. Очень прекрасно. Спасибо за донат. С тобой приятно иметь дело, пацан сказал, пацан сделал. Здесь. Что? Вы хотите сказать, мне надо скачивать... Что? Блять, я уж подумал, вы на доту задонатили. Фу, отлегло. Ага. И съебался. По-моему, гениально было только что, да? Согласны, согласны? У тебя такой вкусный голос, не могу. Оу май, спасибо. Вот так вот. Ну, получается... Цель устранена. Не зря развиваю. Блять, а оно не прошивается или прошивается? Блять, понятно. Остался один враг. Так, и они... Она была все еще около Б, по-моему. Остался один игрок. Найс, хорош. Уведомление не пришло. Ну, видите, как интересно бывает. Такое, что им и не снилось. Там можно еще разгуляться? Я согласен. Я согласен, что еще можно разгуляться с... Сюжеткой Ви только так, даже с учетом концовки, закрученной Phantom Liberty. Кому? Простите. Никита Смирнов. Режу измерение. Передаю тебе привет от Йору. О, меня узнали. Какая прелесть. Верю ли я в появление Киберпанк онлайн? ДХЗ. Ага. Так, допустим. Группа врагов на мите. А это вот мит на Б или что это будет? А ну ебани что-нибудь на Йорском. Как бы вам повежливее ответить? Чтобы вас тоже не обидеть. Ну и чтобы вы понимали, что нельзя так писать людям. Если бы вы написали «О, привет, скажи, пожалуйста, в какую-нибудь фразу Йору», я бы такой, типа «О, привет, спасибо, что зашел, последним умер, молодец». И все было бы нормально. Но вы такой заходите и говорите «Ку, а ну ебани что-нибудь на Йорском». Вот, благодаря этому, вот я вам сказал, и до свидания. Пусть человек учится вежливости. Не, ну как бы, смотрите, в данном случае человек получил то, что, зачем он пришел сюда, на этот канал, да? Вот, соответственно, его... Тут везде гаджеты Killjoy. У нас что, научная выставка? Его желания были...
скажем так, исполнены. Да, блядь, не попадаю по клавишам. Режу измерение. А из банды кто-то еще озвучивает кого-то в Валоранте? А я не в студийной банде, чтобы вы говорили, а из банды. Я не озвучиваю уже в студийной банде, поэтому как бы... Причем здесь студийная банда и Валорант? Понятно. Примарка. Блять, блять, блять. Обидненько. Спайк на А. Ну, слушайте, в клинке я же еще этот, Гюмей, как его? Ну, короче, один из столпов. Спайк установлен. Ага, привет, блять. И пока. Остался один игрок. Найс. Из пяти. Ультимейт готов. Остался один игрок. Найс. Привет, Егор, общаешься ли ты с Юлией Гороховой? Ну, конечно, иногда, когда пересекаемся, конечно, общаемся. Актер озвучки Йора, Егор Васильев, приветствую. Приветствую, приветствую. Когда я их нахожу, они отвлекаются. Воспользуйтесь этим. Привет, Егор. Как ты? Я вот поступаю в профессиональную команду озвучки, вот недавно озвучила необходимый текст. Это прекрасно, я вас поздравляю с такими шагами. Гюмея? Да, 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 этот пора как прыгать. Вот. Наму Амидабуцу. Юрец, возьми мид. Блять. Какой у вас голос? Какой? Нормальный. Ну, хочется думать, что нормальный. А там уже это как вам повезет, это как вы реагировать будете на него. А можешь сказать свою любимую фразу, Ви? Спасибо за донат, блять. У меня как таковой нету любимой фразы, Ви. То есть я бы сказал, что все фразы Ви я отчасти люблю. Даже вот эту, бла-бла-бла, ебать Арасаку, бла-бла, блять, взрывать Микоши. Но при этом очень много фраз у Ви, которые, ну, получились для меня интересны и правильны, я бы так сказал. Я имею в виду, какой у вас голос. А, спасибо. Надо подождать. Вот, точно, моя любимая фраза. Come on, блять. Вот это вот любимая фраза. Извини, что мы с подругой тебе тут стрим перекупили. Но очень любое нравится смотреть, как ты в Valorant играешь меньше, чем три за одну и поддержали денежкой комфортика. Спасибо огромное, спасибо. Егор, знаком ли ты лично с кем-то из актеров озвучки, которые озвучивали агентов Valorant? Вы серьезно сейчас спрашиваете? Ну, короче, если вы подпишетесь на телегу мою, вы увидите много кружков с голосами из Валоранта, с голосом совы, с голосом брича и так далее. И, ну, конечно, я со всеми знаком и со всеми общаюсь. Так, они около Б, и я туда не пойду. Блять, я даже не знаю теперь. И быстрее сделают, а потом можно будет... Ну, посмотрим. Слушайте, я, честно говоря, не буду загадывать, что у них будет. Я с CD Projekt Red давно не общался, скажем так. Действительно давно я не общался с ними. Да и опять же, зачем? Ну, то есть, как бы, по... Что мне им говорить сейчас? Зачем ее продолжать? Ну, не сказал бы, что она рассказана. То есть, все-таки... Есть такой момент, что... Ну, а вдруг найти... Момент излечения? Так. Примарка. Режу измерение. Сейчас сделаем так. Остался один. Вот. Ультимейт готов. Это, ну, блять, это был мой килл. Ну и ладно, ну и пожалуйста. Не больно-то и хотелось. Так ведь концовки разные есть. Ну, понятно, что разные.
признать какую-то каноничной и все. Проблемы, что ли? Лучше бы сдались и сэкономили нам время. Какого персонажа ты бы хотел озвучить, есть ли такой? Ой, да... Бэтмен. Бэтмена я бы хотел озвучить. Но Бэтмена, на которого я проходил официальные пробы. Тут есть как бы тоже небольшой нюансик. Потому что... Ну, потому что, короче. Я справлюсь. Ага, понятно. Ай-яй-яй, ну, блядь, не успел. Killjoy лох хп. Бывает. Ротейт, мейби. Какой именно Бэтмен? Я же проходил официальные пробы на Бэтмена Роберта Паттинсона. Вот. И потом пробы очень странным образом отменились. Ну, как бы, я их не проиграл, а они просто куда-то делись, эти пробы. Официальные от Warner Brothers, все такое. Не помню, в чем там было, почему так эта история закончилась. Ну, как бы закончилась и хуй с ней. Все равно сейчас об официальном дубляже уже речь не идет, само собой. Нормально. Какой у меня ранг в Валоранте? Пока что голда вторая, а там не знаю, как повезет. Сейчас попробуем через АВП сыграть. Но, чат, если помните, я вам как и говорил, что в скором времени, если у меня восстановится онлайн, то мы будем играть с вами кастомки, поэтому не пропускайте и подписывайтесь на телегушку. Это вот очень важно. Какая вселенная от Warner Bros. Тебе больше всего нравится? Бля, вот это очень тяжелый вопрос, над этим надо подумать. Но я сейчас не буду говорить, естественно, про Зака Снайдера. Ой, ой-ой-ой, а чё это? Вам лучше бежать. Так. Лучше вот так сделаем. При калибровке серебро третье я получил. Спайк установлен. Ну, слушайте, я очень плохо играю, поэтому чё я могу сделать? Блять! Да... Ну и пожалуйста. Прости, девочка. А, причем я попал по ней! Ну, по ногам, но попал. Но это не важно. Может, ревайв? Время охоты! Тебе еще нужно исполнить свой долг. Ну, время, давайте, заходим, заходим. Вот. Найс. В пятку ей зарядил. Да-да-да. Просто я думал, что это ахиллесова пята и что это сработает. А нихера не сработало. Гарри Поттер? Вот, кстати, возможно. Да кого я обманываю? Мои колени это вряд ли переживут. Ну, нет, наверное, тогда Хоббита я назову. Хоббита, ну и Ворнеры, ну как бы Властелин колец, но это больше New Line Cinema все-таки. Но тоже, да, Властелин колец туда же. Режу измерение. Только не дохнуть. Так, ну если у них сейчас кто-то на мид пойдет, то я сдохну. Ну посмотрим. Барьер установлен. Да ладно. Хотите сказать, опять никто не пойдет на мид? Не, вот сейчас пойдет. Ну, и где? Вы же должны отойти уже. Блять, ну вот конечно, ну что за тайминги? Гениально. Сейчас смотрите, как мы сделаем. О! Как? Флешка-то прокатила здорово. Найс. Стрел много не бывает.
Резидент, ну я не все проходил, но, наверное, я бы назвал, что Village мне понравилось больше всего из всех резидентов. Так, ну, не сказать, что я в КД, но нормально. Ща исправим. У меня просто команда сильная, ничего не могу поделать. Пора прыгать. Так, сейчас. Новая коллекция охуительная, вот реально. Здесь. Ну давай. Блядь, не получилось, ладно, ну, бывает. Из-за Димитреску? Естественно. Ну, скорее, из-за нее и ее дочерей, или кто там это? Давай. Сейчас нормально, я сейчас себе хотя бы платину, может, верну когда-нибудь в Валоранте. Что его в чате не пишется вообще? Бывает. Да, ну, что я могу поделать? Не пишется и не пишется. Но это может быть какой-то косяк просто у него в приложении, вот и все. Ну, типа, проверить банально надо, и все. Может перезагрузить. Во! Да в какой-то теневой бан попал тоже. Что ты это самое? Не драматизируй, Николай. Спайк установлен. Ну, может, лучше он засейвит? Хотя у нас вроде по деньгам нормально. Вы боитесь женщин? Я их бью. Осуждаю! На всякий случай. Осуждаю. Но только в определенном, но только в постели. Сразу оговоримся. Пора прыгать. Я справлюсь. Дубль 2. Без брони, похуй на броню. В смысле? Ну и пожалуйста. Да блять, там еще второй глазик был. А, там еще дохуя народу было, оказывается. Я думал, там один человек. Ладно, бывает. Осуждаем в постели? Ну, в постели-то уж не осуждайте. У всех свои недостатки, сами подумайте. Потому что я красавчик, потому что я сильней. Ну, собственно, это и была отсылка на песню. Поэтому... Так. Слушайте, ну сейчас надо, короче, знаете, как сделать? Надо пойти сразу на А. На А. Ну, тем более 7-3 это нормальный счет, так что вроде все неплохо. Джонни Депп проговорился про шестую часть пиратов. Стоп, отбой. Все в норме. Ну, как бы я не знаю. Я не знаю, что сказать, потому что, ну, как бы, с одной стороны, я бы посмотрел, но с другой стороны, это будет полный пиздец. И, в общем, ну, да. Какая любимая игра? Трилогия «Принц Персии». Режу измерение. Здесь. Здесь. Ага. Около бы есть. Но я пойду на... Ой. Время охоты. Блять. Еще и вот это гениально. Ну хотя бы так. Нет. Сука. Ну хотя бы я Рейну забрал. Остался один игрок. Вижу врага. Установлен. А вам хорошего вечера. До смены сторон один раунд. Не жалейте денег. В аду они не нужны. Не, ну эту катку мы однозначно должны затаскивать. Это по любасу вообще.
Так, знаете, что я сделаю? Я сейчас пойду через мид. Через мид на ульте, и все нормально будет. Здравствуйте. Можете сказать что-нибудь? А, что? Режу измерение. А, вы про реплику Йору. Режу измерение. Я справлюсь. Бля, они все на А. Интересно, вот как это людям смешно становится. Люди прям, на самом деле, это забавная реакция, что... Ну и пожалуйста. Так, знаете, тогда надо обходить... Извини, брат. Я... Остался один брат. Кто где прячется. Где он? О, нихера себе он же. Тут оружие. Вот. Смотри, другое дело. Последним умер. Молодец. Смена сторон. Ой, нормально. Пространственная материя здесь слабая. Я пройду. Мне с самой ситуацией смешно стало. Кстати, есть еще один супер важный вопрос. Ну, если супер важный, то задавайте, конечно. Блин, если... Блин, смог на шорты и погнали мид зайдем. Здесь. Шорт откуда? Туда? Окей. Как относитесь к Dying Light 2? Я, честно говоря, только озвучивал Dying Light 2. Я не играл в Dying Light 2, поэтому я хз, как к ней относиться. Единственное, конечно, там... какой-то... Я знаю, что там пиздец случился с нарративом, потому что когда уволили Криса Авилона, все пошло по пизде. И, собственно, Dying Light 2, релизная версия, ну, как бы тоже крайне сильно отличается от того, что должно было быть и вроде как было. Ага, он здесь где-то, да? Допустим. А я лучше просто подожду, я такой вот. Я не помню, кого я озвучивал там. Кого-то из бандитов я... Спайк на базе защитников. Так, тихо. Я не втроем на спайке. Умолкни. Веду разведку. Остался. Ах ты, блядь! Ладно, бывает. Релизная версия Dying Light 2 посоревнуется с киберпанком по сырости. Ну, озвучки Йору лучший игрок Йору? Нет, нет. Я, скажем, единственный настоящий Йору. Но есть намного лучше. Ната, Кода, потом этот, как его, Тенс, или кто там играет постоянно на Йору из киберспортсменов. То есть, как бы, есть реально очень крутые челики, которые играют на Йору, но настоящий я. Все вместе. Какая ваша любимая игра, в которой вы играли, просто любимая игра? Принц Персии. Вся трилогия. Даже Два Трона. Пора прыгать. Все в дыму. Бля. А вот и я. Спайк на А. Есть контакт. Спайк у меня. Спайк установлен. Мне очень страшно. Перезаряжу. Не, я, пожалуй, отсюда уйду. Так, ага, я слышал. Тихо ушел и нормально. Метку на спайк. А. Здесь. Остался один игрок. Блять, что-то их... Минус три. Блять, многовато. Прикиньте, я мог эйс сделать. Сори. Ай-яй-яй, вот это обидно. Ну.
Будьте смелыми. Но всякое каждый бывает. Каждый из нас Валорант. Пойдем на Б под мою ульту. Каждый из нас боец. Сейчас все нормально будет. Сейчас я ультану, и все будет нормально. На какое звание планируете выбраться до конца 24-го года? Слушайте, мне хватит... Я вот с удовольствием бы выбрался на платину третью, и больше мне не надо. Вот честное слово. Я как бы играю не на звание, а просто чтобы вы посмотрели за моей тупой игрой. В целом, посмеялись надо мной. Что-нибудь такое. Блять, да сука. А он меня, видите, да, грамотно переиграл, красава. Киллджой, если ты когда-нибудь посмотришь этот стрим, ты красава. Метка сработала. Егор, когда сделаешь автограф-сессию, я приду. Слушайте, ну у меня автограф-сессия, она всегда по-разному бывает. Вот звали меня на Фандом Фест вместе с Исламом. Там была автограф-сессия. Звали еще на какой-то фест, тоже была автограф-сессия. Мне ж ее не делать отдельную. Ну, было бы странно, если я такой, типа, знаете... делаю отдельную автограф-сессию Егора Васильева. На нее придет целых два человека. Ага, понятно. Стрим-снайпер. Ага, признался. Но тоже неплохо. Не, Киллджой, ты красава, конечно, но стрим-снайпер. Есть какие-нибудь анонсы по поводу озвучки с Братишкиным? Подождите, подождите. Рано. Вино. Здесь. Сейчас, короче, смотрите, будет жестко. Блять, да ладно, портал сломался. Вот это обидно было. Вот это было обидно, между прочим. Нет зарядов. Так, что делаем? Кроме Йору я больше никого не играю. Ну, по крайней мере... Когда выходил, я его получил, и... Что посоветуешь? О, я бы вообще посоветовал не играть в Valorant, потому что Valorant — это зло. Это не для меня. Это не для меня, блядь. Вот, но при этом просто не опускать руки я бы посоветовал. Вот это самое важное. Не опускайте руки. Пойдем на, я через мид. Здесь. О, слушайте, на втором месте и точка, между это прочим. Блеф. Что? Да, нормально. У него какие-то приколы. Режу измерение. Дым на позиции. Вот здесь срабатывает эта штука. Он стопудово где-то здесь. А может и нет. Пора прыгать. Егор, добрый вечер. Добрый вечер. Вы только в Valorant или еще какие-то сетевые шутеры играете? Ну, в целом я еще иногда крайне редко играю в Counter-Strike. Так это. Вот. Шутки кончились! Так вон что, конец! Как говорится, если что, можно будет никто и поиграть. О, меня тут не заденет, прикиньте. Клево. Я под ульту буду. Блять. Сейчас, наверное, сюда пойдут. Остался один игрок. Да блять, а где? А спайк был. А, понятно где. Какое звание в КС? А я даже не калибровался сейчас в КС. Я просто когда-то раз в год захожу поиграть. Не, на самом деле все равно. Сейчас как минимум хотя бы в Валоранте более-менее разобрался. Вот это важно. Сейчас всем получится. Все нормально. Вперед! В неизведанное! Так. Короче, сыграем через... Веду разведку.
А, нормально. Шоковая стрела. Приманка. Я лучше тут постою. О, может на нож сейчас кого-нибудь получится? Спайк, блядь, нет, не получится. Время охоты. Режу измерение. Вот зато вот сейчас вот так получится, смотрите. Поехали. Блядь, не получилось, ладно. Ну, залил им раунд, ну что, всякое бывает. Спасибо огромное, спасибо. На самом деле, чат, вы все вот, кто новенькие заходит, вы зря не добавляетесь, ну, не подписывайтесь в телегу. Вы можете не ставить там уведомления, но при этом просто там приходит уведомление о стримах, что как бы стримы, плюс опять же... Теперь мы знаем куда больше. Там разная иногда интересная, клевая информация появляется, так что, как говорится, добро пожаловать в мою телегу. И там весело и дружно. Вот что еще важно. Если бы в году было бы 24 месяца, сколько бы вам лет было? Мне, мне было бы уже 54. Вот, да. Именно так и было бы. А есть, может... О! Может... Ага, понятно. Егор, а можно посмотреть твои спектакли на Ютубе? К сожалению, нет. Вопрос такой. А в будущем возможно вас услышать не только в роли актера озвучки, но и увидеть действительно в каком-то фильме или сериале? Ну, во-первых, в 24-м году, то получается уже в этом, выйдет сериал, в котором я снялся, это раз. Во-вторых, я играю на сцене, я играю в театре в московском, так что меня можно увидеть и на сцене. Плюс, ну, как бы, все-таки у меня в дипломе не написано актер озвучки. У меня в дипломе написано актер театра и кино. Вот. Так что, короче, вот такие дела. Название сериала, а я не знаю, можно ли его называть или нельзя. Ну, короче, этот сериал снял Кончаловский. Вот что я могу сказать. Внезапный вопрос, как думаешь, какому известному американскому актеру идеально подойдет твой голос? Интересный вопрос, на самом деле. Ну, если говорить про молодого Тома Харди, может быть. Даже не знаю, я теряюсь. Ну, может быть, в каких-то проектах, может быть, Паттинсон, потому что он сейчас так прям возмужал. И он очень такой стал, серьезный парень. Мы Веном. Гослинг, ну естественно. Просто Кен. Просто друг любви взамен. Это тоже очень важно. Дым на позиции. Ага, вот сейчас не получилось. И вот сейчас я за ним отправлюсь. Да блин. Вот это было нечестно. Это была битва один на один. Ультимейт готов. Посмотрим. Райан Рейнольдс? Нет, нет, нет. Гослинг слишком очевидно, но... да. По поводу Генри Голдинга, вот да, я тоже мог, скажем, стать его голосом везде, но может даже и хорошо, что не стал. Но вот я говорю, обидно, самое обидное, вот когда я проходил пробы на Роберта Паттинсона, на Бэтмена, и то, что пробы как бы... Ладно, если бы, ну, я пробы просто проиграл, а пробы просто куда-то делись, вот и все. Сохраняем хладнокровие, да? Торетто я уже озвучивал, я молодого Доминика Торетто озвучивал, купите, так что мне нормально. Салют, ми фамилия. Спасибо. Не, я, если говорить про супергероев, может быть, ближе к какому-нибудь
не знаю, призрачному гонщику, вот что-нибудь такое. Вот я бы, если призрачный гонщик будет в киновселенной Марвел когда-нибудь, я бы хотел озвучить, конечно. Я справлюсь. Но, увы. Так, ага. Приманка. И снова я. Вот и я. Блять, да ладно! Они вечно у меня из-за спины появляются. Сайт А. Идите на Б. Остался один враг. Ну, теперь на. Николас Кейдж? Нет, не Николас Кейдж. Я говорю, новый актер на призрачного гонщика появится, если молодой, то я бы его с удовольствием бы озвучил. Зимний солдат? Вот, кстати, да. Но Илья Бледный, мой приятель и коллега, прекрасно озвучивает Зимнего солдата, и лучше него я не сделаю. Сорвиголова. Но, наверное, не этот артист, который его сейчас играет. Почему бы Кейджа не попробовать? Ну, потому что не очень подойдет, я думаю. Все-таки не сказал бы, что я подхожу на эту роль. Где бы расположиться? Вот не знаю. Дымовая завеса. Да, это мой мир. Сбросила спайк. А это вот... Слушайте, чат, а вот это вот что такое? Вот это вот. Или это так надо? Это что-то обозначает или... А, это смог. Перезаряжу. А, блять, я думаю, что это? Это смог обычный. Сейчас, короче, знаете, сейчас нестандартно сыграю. Спайк на миде. И вот здесь подожду. Ага. Во, и вот сюда. Гениально. Кто? Привет. Нет заряда. Идите на А, идите на А. Там дурак сидел. Сейчас будем пробовать что-то. Блять, а у меня ниф. Остался один игрок. 30 секунд. Понятно. А ты знаешь, кто такой Зубарев? Ну, конечно, знаю, кто такой Зубарев. Всем привет. Только вчера думал, как хорошо, что Valorant привлекает профессиональных актеров к роозвучке, потому что то, что случилось с роозвучкой Апекса, например, заставляет... Слушайте, я послушал, да, озвучку Апекса, вот эту, новую. Это пиздец. Ребят, это... Слушайте, это позорище слушать невозможно. И, ну, при этом я не обвиняю тех, кто это озвучивал, а я обвиняю тех, кто принял вот это решение очень странное. Настолько все странно там звучит. Бла. Почему с Апексом так вышло? Ну, санкции. Просто кто-то умеет нормально с этим жить, а кто-то нет. Вот и все. Но там прям пиздец. Хотел дать совет, сокрой минимапу. Ну, слушайте, стрим-снайп — это всегда плохо. И стрим-снайперы знают, что они животные. Те, кто именно занимается стрим-снайпом. Режу измерение. С Dark Pictures была другая история. Там немножко было все по-другому, если говорить про Quarry, Dark Pictures и... Мое время еще не пришло. Вот эту всю... Ай-яй-яй, это было больно. Неплохо. Сити. Ну, ладно, почти в КД. Допустимо. Не понимаю, как стрим-снайпить вообще, это же нужно и... Слушайте, но тем не менее у кого-то получается стрим-снайпить, так что нормально. Ну, по поводу Dark Pictures и Quarry, это отдельная тема, и как бы там
во-первых, когда разработчики не присылали картинку, под которую, блядь, должна озвучиваться именно игра, типа интерактивного кино. И то есть Quarry, например, озвучивалась без картинки вообще. А это не просто, то есть как бы это в Quarry нужно было попадать вообще в каждую волну, в любой дых. И это был пиздец. И разработчики даже, по-моему, не прислали никаких комментариев, типа, что происходит в сцене, почему это происходит. Ничего, просто, блядь, звук, текст, перевод и все. Вот что прислали. Да хватит! Надоел. Ультимейт готов. Я вернусь. Я справлюсь. Так. Ставим спайк. Нормально. Отвлек. Шутки кончились. Вам конец. О. Бежать. Слушайте, ну не-не-не-не-не, так не работает. Блять, ну опять, ну нет. Только не допы, пожалуйста, я вас умоляю. Так. Вот так! Спасибо за игру. Победа нападающих. Фу! Когда наметится очередной конец света, а то вдруг пропущу. Кажется, победа. Еще каточку, еще каточку. О, даже в КД вышел благодаря этим двум киллам. Все, заебись вообще. Все было заебись. Так, ну-ка, чё? Ну, нормально. Могло быть и лучше, конечно, но нормально. Йора вообще дружит с Фениксом? Ну, у них такое, я бы сказал, прямое соперничество больше, чем дружба. Профессиональное соперничество, вот так это назвать. А когда там зайчик планируется, ну тогда надо это оставить. Слушайте, вот этот стрим получается уже даже заказной, потому что, как бы, сами понимаете, игру заказали. Вот. Неплохо играешь, не ожидал в хорошем смысле. Слушайте, нет, на самом деле играю я отвратительно. Просто иногда мне везет, а иногда мне не везет. Вот, но играю я очень плохо, это надо признать. Другое дело, что, бля... как я люблю Icebox. Я сражусь с кем угодно. Я сражусь со всеми. Как непривычно слышать голос перса? Бывает. Я даже не знаю, что вам на эту тему сказать. Всем привет. Icebox любят все? А я вот не люблю Icebox. Я... Мне не нравится эта карта, у меня на ней ничего не получается. Поэтому вот сейчас, кстати, если вы не уйдете, вот человек, который вы зашли, вот, и вот сейчас вы увидите, как я реально играю. Вот в прошлой катке мне просто везло, а в этой катке вы увидите. Так-то понятно, что про уровень друг... Ну, такой, да, у меня, я работяга с завода, вот я кто. Мне кажется, Йору чем-то схож с характером с Ханзе из Overwatch. Не играл в Overwatch фактически, поэтому ничего не могу сказать. Меня так бесит это окошко. Кстати, на самом деле, слушайте, насчет этого окошка я нихера не понимаю. Типа, на самом деле, ничего прям сверхъестественного это не дает. Ну, может, прям вот эти перетяги только, если. А так... Сука, лучше бы они пофиксили больше вот, чтобы ТПшка проходила. Вот это важно, под китченом. А скажи что-нибудь на йоровском. Блин, ну ребят, нет, я скажу, мне не проблема. Но добавляйте вы иногда слово «пожалуйста». Я вас прошу, даже не за донаты же. Зачем они взяли Сейдж?
Придется им умереть дважды, дураки. Что за глупые рожи? Стоп, это ж мы. Выглядим как идиоты. Лопай, привет всем. Привет, привет. Привет. Так. Там такая реплика есть? Да, есть. Но это как этот постоянно, типа там, придурки. Все, ребята, копируем мимику и голос. Теперь майору. Копируйте, пожалуйста, копируйте. Но только сами делайте. Вариант сразу, если буду. Режу измерение. Да, все нормально. Ну, я тут даже, сорян, если буду плохо отыгрывать. Я... Ну, мы все такие. Энергетик. Блять. Так, это будет А. Поехали, умираем. Ладно, не умираем. Майору? Сколько языков я знаю? Один. Я русский! Я иду до конца! Блять! Не иду. Получается, не иду. Егор, ты классный. Спасибо, что подарил такого чудесного персонажа. Удачи. А, спасибо огромное за донат. Спасибо. Свали! Найс. Ястреб пошел. Караоке-стрим начался? Ну, почти. Спайк на А. Остался. Дошел до конца, до финала, я бы сказал. Найс, красавец. Мы сделали это. И их. Мы определенно их сделали. Короче, знаете, сейчас как сделаем? Сейчас я встану на меду прям. Такой вот я серьезный. А будет ли дальше развиваться история Йору? Я думаю, да. Лежу до конца. Вот, вот, вот это правильно. Лежу до конца. Звучит очень по-мужски. Может, ты еще и танцевать умеешь? Умею. Вы не представляете, но в театральном институте вокал и танец — это профильные предметы. Ну, сука. Ну и пожалуйста. А, кстати, мемчики, да, мемчики же тоже вы можете скидывать вместо донатов. Просто я ссылку куда-то потерял. Актеров озвучки Валоранта просят озвучивать новые реплики. Ну, слушайте, когда появляются новые реплики, тогда мы приходим, озвучиваем. Ну, то есть это работает примерно так. Выходит какой-то новый акт, выходит новый агент, выходит новый синематик, выходит там еще какой-то дополнительный контент. Нас зовут озвучивать. Вот. Так. Но это вообще-то не круто. На меду вроде. На мид. Да. О, вот тут вот из окна, кстати, можно смотреть. Из окна, из окна. Достаточно. Ястреб пошел. Один без единого. Вот, вот тут, видите, как окно пригодилось хорошо. Остался один. Хорош, найс. 30 секунд. Ставит, ставит Б. Спайк установлен. Что ты последний раз озвучивал для Валоранта? Я не могу вам это сказать. Это будет очень большой спойлер. Так что я... Извините, пожалуйста. Остался один игрок. Ну, надо уже пробовать заходить к нему, мне кажется. Найс, красав. Она здесь не дефается, вроде должна. А из того, что мы уже видели, возможно? Нет, вы это не видели, так что... Ну, не могу, все, не надо меня. Я сейчас еще скажу что-нибудь не то, а потом на меня штраф повесят и с Йора уволят. Зачем вам это надо? Не, если это ваш тайный план, чтобы меня так уволили с роли, тогда да. Поможешь девушке? Нужна пушка. Ну и... Спасибо. А попросить не, не судьба была. А то и что они захотели спросить? Ты уже озвучивал что-то... не понимаю, о чем вы говорите вообще. Просто впервые вижу эти буквы. Приманка. Я вот лучше вот сюда. А где караоке? Караоке будет, когда я к нему подготовлюсь. Здесь. Без обид. Нужна пушка. Ой. Остался
Один враг. Чё это я? Портал закрылся. Да не озвучивал он Валорант, просто голос похож. Вот, кстати, да, на самом деле. А прикиньте, я, короче, это все лютая многоходовка, и я все паблики наебал, что я озвучивал Йору. Прикиньте, вот это была бы афера века. Это было бы очень жестко. Но всякое бывает. Зато мы, между прочим, было 3... прекрасно, если хотя бы раз ко мне сходили. Мы идем 3-0, и я на последнем месте, и точка. Зато в КД. Еще зазина в линии. Зато в КД. О, реально ко мне. Ко мне смог накинуть, я этого не планировал. Ну и что, это все на Б? Ну ладно. О, смотрите, прикол. Блять, сам себя, сука, чертова приманка! Извините. А, у меня же еще и пыхтелочка закончилась. Местечко, но не настолько, чтобы здесь умереть. Побеждаем и убираемся отсюда. Это вот меня, меня ослепил мой же клон. Поможешь девушке? Гениально, правда? Поможешь девушке? Это вот, 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 вот что нужно знать о моей игре на Йору на айсбоксе. Кстати, чат, реально, не забывайте на телегушку подписываться, я вас буду байтить всегда. Телеграм. Блядь, ну хотя бы так, ладно. Спайк на А. А на самом деле, знаете, типа, можно вот, короче, вот так вот сделать, смотрите, я даже, я же сам умею писать, вот, вот, смотрите. Вот, даже я так сделаю, вот. Не будьте бяками, подписывайтесь на телегушку. Там скоро будет вообще такие разъебные посты. Как минимум, там будет скоро несколько голосов Валоранта еще, это как минимум. А вы точно только Йору озвучивали? А... Но я озвучил уже около 150 персонажей. Новую пыхтелочку. Ну, без нее никак. Но в плане... Нет, скажем... Не, не так. Я озвучил уже около 200 проектов в целом. Поэтому я не только Йору озвучивал. Это последний. Спасибо за донат, спасибо. Что за ранги? Голда, вторая, третья, наверное. Так. Так что, как бы, дважды подписаться можно? Нужно дважды подписаться. Киностримы? Да, будут, но я размышляю над этим, потому что тоже не очень хочется превращаться просто, знаете, в такого АФК-стримера, который просто смотрит видосы и стримы. После калибровки? Ну, нет, это после калибровки я был серебро третье. Прочь с дороги! Ага, допустим. Почему платина? Ультимейт готов. Так, где там у них авапа была? Ага, ага, ага. И снова портал. Да блять! Отстань от меня! Остался один враг. Спайк на базе нападающих. О, ну и неплохо. А где? Он что, выкинул АВП? А, не, нихера не выкинул. Если увидите моих существ, не пугайтесь. Увидите, на что они способны. Я думаю, сейчас на Б пойдут. Перезаряжу. А вообще, кого мейнишь, кроме Йору? Не, я только за Йору играю. Слушайте! Надо, короче, мне скинуть это самое, сколько я часов наиграл на Йору в телегу. Вот это вообще. Пора прыгать. Извините за опоздание. Да, входите. Входите и... Тихонечко пробирайтесь, чтобы никого не потревожить. Шутки кончились! Вам конец! Да блять, понятно. Флешку кинул и ушел. Ястреб пошел.
И я прекрасно знаю, где. Привет, лучи добра и отличного настроения. Тебе хорошего стрима. Привет, спасибо огромное. Спасибо. А вам хорошего вечера и всего самого лучшего. Умеешь буст на Йору делать? Я умею делать на нем какую-нибудь лютую хуйню. И мне этого хватает. Не, на самом деле, слушайте, я не то, что прям, скажем, развиваюсь в игре. Не готова. Скорее наоборот. Вот. Спасибо, Егор, в общем, за все. Спасибо. Все те же древние фокусы. Сейчас надо как-то, я не знаю, что делать. В защите я на Xbox'е вообще очень плохо играю. Ну и, собственно... Три и пять. Вот, пожалуйста, вот я и говорил, что на айсбоксе я сразу... Я лох последний вообще на этой карте. Просто вот нихуя не получается, и все тут. Вот сейчас, смотрите, будет кибермув. Кибер-супер-гипермув. Погнали, вперед. Метро Люблино, работаем. Ладно, не работаем. Ну, он меня поймал. Что я мог сделать? Трое мид. Это не профессиональный уровень игра в удовольствие? Да, это правда. Мужики, живите, я ползу, ползу. Вандал сзади тебя, Юра. Да я-то понял, что вандал сзади меня. Да блять, сука, заебал бегать! Чё за человек такой? А, охуеть, вандал, спасибо, брат. Ага, он здесь. И сразу. Спайк где? Установлен. Остался один враг. Садись, да. Ну, он попытался меня переиграть, но не переиграл. О, а есть АВП? АВП, АВП, АВП. Нету? Ну и ладно. Ну и пожалуйста. Mm-hmm. Я порублю их на куски, а вы уберите останки. Под ваши стримы так приятно делать геометрию. Звучит интересно, но спасибо огромное. Нужна пушка. Чё, как дела? Да, ну, пока 6-2, все нормально у нас идет. Александр Гаврилин не приглашал провести стрим на игровом канале? Нет, нет, мы с Сашей как-то об этом не разговаривали, да и... Ну, нужен ли я там? Я очень душный для его канала, все же. Ну, у них только Сайфер играет, все остальные, ну, попуски. Осуждаю то, что он сказал. Осуждаю. Портал закрылся. Спайк на базе. Что происходит? Режу измерения. Сейчас грамотно сделаем. Блять, многовато. А чё они там все, оказывается, были? Чемберлоу, на выстрел. И засыпать приятно? Ну, слушайте, я... Неужели я настолько скучный, что вы только и делаете, что засыпаете под мои стримы? Чембер, на выстрел. Мужики, не надо, пожалуйста. Я не шампур. Ой, не мясо. Короче, не надо, блять. Что? Ай-яй-яй. Русские вообще не попадаются? У меня просто на Стокгольме самый низкий пинг, поэтому я играю. А на Стокгольме очень много русскоязычных. Ни разу не скучно, тут экшен такой происходит. Слушайте, ну, на самом деле, да. Я надеюсь, вообще вам мои стримы нравятся. И вы будете на них приходить еще. Голос бархатный, а у меня уже час ночи. А, пора прыгать. Тогда понимаю. Живей. Я сейчас тебя в ранге буду вылавливать. Ну, начинается. Примак. Ой, и типа меня нет. Перезаряжаю. Как на миде. И я прекрасно. Блять. Ну вот чё ж ты? Спайк,
спалил меня, падла. Взял, спалил всю контору. Хотел бы сыграть в китайский Valorant, послушать китайского Йору? Да зачем? Ну, как бы... Если бы я знал китайский, я бы с удовольствием с ним пообщался. А так зачем? Можете сказать... Остался один игрок. Да мне без разницы, пятеро их или 50. Идем уже. Бывает. 6-4, нормально, терпим, дышим. Приветствую. Слушайте, да неплохо дела, неплохо. Так, нет, все. Давайте защиту доставать. Мы там отпушиваем, их умираем. А, чё я туплю? У меня же ульта есть. Все это меняет дело. А как играть на Стокгольме или на других серверах, у меня вначале только показывает, где какой пинг и все. Ну вот вы выбираете там в начале, собственно. Ну, вот сейчас закончим эту катку, я покажу, если останетесь. Киберпанк уже был, просто вдруг задонатили на то, чтобы я зашел в Valorant. Что-то... А, он еще и в спину зашел. Они, сука, везде были, блядь. Понятно. Какая любимая карта в Валоранте? Только не бейте. Но больше всего я люблю Бриз. Больше всего. А раз я люблю Бриз, подписывайтесь на телегу. Я тупорылый. Потушил его. Но просто Бриз — это самая лучшая карта для Йору. Ну, как по мне. Она для его ТПшек — это просто чума. Ууу, неплохо. Блин, а у нас Сайфер-то красава. На время истяните. Сейчас заходить будут. 30 секунд. Я в них верю. Красава. Вот это вообще, вот это команда. Просто команда мечты, я понимаю. Последний раунд перед сменой сторон. Кому что? Потом будет поздно. Любить Бриз, потому что карта удобная? Нет, любить Бриз, потому что Йору? Спасибо. Что? Карта удобная для Йору. Вот и все. Что такое? Ну ладно. Прочь с дороги! Смотрите все! Блять, а вот интересно, а с этой стороны пройдет? Ой! О, прикиньте, а вот тут прошел! Какого хера? Примарка. Ложный телепорт. Пора прыгать. Нет зарядов. Ага. Допустим. Верните Перл. Вот, вот, я согласен. Верните карту Перл. Так, сейчас, тихо, тихо, тихо. Это ставит на А или ставит на Б? Остался один враг. Спайк установлен. Понятно. Перл, да, тоже очень классная игра. О, блядь, карта. А если... Ну, надо посмотреть. Ага, все понятно. Нет заряда. Вот так. Перезаряжаю. Так, ну, слушайте, 8-4 это нормально. Тем более для защиты вполне себе удачно. Приветствую. Смена сторон. Так, теперь погнали дальше. Теперь на дна идти. Ага. На удачу. Я хочу пиццу, и вы захотите.
Слушайте, я тоже хочу пиццу теперь. Зачем вы мне сказали? Я хочу пиццу. Блин. Ай-яй-яй. Вот зря, зря вы мне это сказали. Чё такое? Еще разок. Он не знает, что это я его убил. Сфера запущена. Ну мы же ему не скажем. А то еще расстроится. Смотрите, мега-мув от Йоро. Сливаюсь самый первый. Ну, может быть, второй. Но зато, кстати, это был килл не на победу. А, кстати же, Скай, видели, понерфили же, пиздец. У нее теперь не... нет релода на этого. На флешку. Ее же жестко понерфили теперь. Взяла Спайк. Мейнер и Скай, я вам не завидую. Итак, важный вопрос. Слушайте, звучит очень серьезно. Ну это был хуй, а у тебя сердечко. А, ну ладно. 30 секунд. Йору Гекка или Йору Скай? Будем надеяться. Я об этом молюсь. Никаких женщин! Нет, на самом деле, конечно, Йору Скай. Но... Ага, поверил. Осуждаю то, что он пишет. Вот зачем? Я не понимаю, что смысл в таких провокациях? Хотя, может, это, конечно, прикол какой-то. Пойду дальше делать работы. Приходите еще, как говорится. Найс, красава. Йоро и Йоро. Бах. Вот. Вот это. Не вот бах. Это максимально Сигма. Ты выставила их полными идиотами. Надо повторить. Надо повторить. С этим анлок. Погнали еще раз. На что? Шериф. Нужна пушка. Спасибо. Шериф прям как чисто ты. Чисто я. Кстати, ну. Нож классный, кстати. КТ, мне это нравится. Да, да, самый лучший. Я тоже так считаю. Во, видите? За ножи и двор стреляй в упор. Блядь, не стреляй в меня! Ха, ну, постреляла. Бывает. Теперь делаем мега-кибермув. Где я? Кто я? Блядь, что происходит? За коробку. Ой. О, без головы. Чембер без головы. Лишу их обзора. Остался один враг. Монстр в спине. Найс. Привет, Ска. Скажи боже фразу любую. Спасибо заранее. Фразу любую? Спасибо за донат. Им, наверное, нравится умирать. Пофиг на синематике, у меня в голове Йоро с Фениксом. Мадемуазель, что это такое вообще? Тысяча часов киберпанки ради Ви и Нибблса, конечно. Я подумаю. Это стоит денег. Тут, видите, Сайфер просит, чтобы я его трахнул. Йоро, мы это обсуждаем с Саманом. Насколько долго я потихуешь мини? Что? Насколько что? Не шаришь? Насколько что? Долго практикуешь мир. Я не знаю, что это. Что он спросил, чат? Что за зумерская хуйня? Привет! И пока. Ястреб пошел.
Слушайте, а чё он меня спросил? Что я, блядь, практикую? Я чё-то не понял. Что этот зумер несёт? Ну нормально, зато был хороший даблкил, между прочим. О, я даже в КД, кстати, держу в курсе. Можно мапу не попробовать? Перезаряжу. Точнее, Б. Давайте пробуем. Всем советую, что вы о чем? Я не понимаю этих приколов, я очень старый, поэтому извините. Но я на всякий случай осуждаю, мало ли... Он что-то не то сказал. Пора прыгать. Режу измерение. Блядь! Первый раз не попал, было обидно. Ага, вот здесь. Я прекрасно. Остался один брат. Прекрасно. И я прекрасно тоже. Блять, так и знал, что он все-таки. Ладно. Ну, тем не менее, все равно. Комплекс упражнений для мышц лица. А, все, я почитал, про что ты спросил. Точнее, мне чат рассказал. Ну да. Ну это, между прочим, у меня просто с голосом профессии связано, поэтому один игрок. Логично, что много. Когда-то. Ты стримишь? Сейчас, да. Матчпоинт. Закругляемся. Меня ждут дела. Блять. Ссылочку в чат им. Сейчас главное, чтобы без запреток. Главное, чтобы они без запреток. На Твиче. Твой вандал, можно, Юр? Нужна пушка. Спасибо. Главное, чтобы без запреток было. Я справлюсь. Так, погнали, ну чё? Ластецкий раунд на ульте. Ага. Я очень уважаю вас. Прикиньте, вот, как там, мивинг, блядь, какой-то, вот, а тут, ага, сразу, вот так вот и надо было сразу. Блядь, я же забыл, она у меня не работает, ладно. Так, ну, похоже, этот раунд мы все-таки слили. Хотя, если вдруг сейчас Сайфер со Скай такие возьмут и... Нет, не возьмут. А бывает, бывает. Как родного, вот, видите, на самом деле, вот, люди, когда меня вот так узнают, сначала они там, может, смеются надо мной, еще какая-то хуйня, а потом такие, ну все, ну понятно. Наш! Встанем! Так, ладно. Продолжим. Киберспорт. Киберспорт пошел. Нормально. Да ладно, сейчас затащим. Эти паразиты уже никуда не денутся. Вот слушайте, вот какая несправедливость. То есть со стороны, блядь, защиты... ТПшка проходит, а со стороны атаки не проходит. Правда гениально, правда, чат? Это просто великолепно. Сейчас, знаете... блять, а мне не хватает на второй. Ну ладно. Не хватает. Вот видите, Сайфер посмотрел на наш стрим и сразу такой реально выебить меня. Суки кончились! Вам конец! Да блять! Я его потерял. Тут и Сайфер.
Привет, скажи что-нибудь на йорском. Слушайте, сегодня какой-то у меня прям... много людей, которые так заходят. Друзья, не забывайте, пожалуйста, слово «пожалуйста». Мне не проблема вам сказать. Всякие типа «оросендаю» и тому подобное. Но просто не забывайте о вежливости. Я вас люблю, и вы меня любите. У нас как бы такое правило на канале. Поэтому, если вам нужны какие-то фразы, говорите слово «пожалуйста». Кому что купить? А, это, походу, тот чел с новой учетки? Возможно, кстати. Возможно, так и есть. Вот. Но не забывайте на телегушку подписываться. Это очень важно, чтобы вы новые стримы не пропускали. Очень важно. Так, флешка есть? Хо-хой! Так, делай раз. Делай два. Блять, не успел подобрать. Эх, не получилось. Можешь сказать голосом Йору, бридж превратился в кирпич, пожалуйста. А это ж фраза Сайфера, по-моему. Ну что же, бридж превратился в кирпич. Вообще нет, у Йору эта реплика бы звучала сначала со смехом. То есть, как бы это выглядело, смотрите. Эта реакция примерно типа... Бридж превратился в кирпич. Спасибо за игру. То есть это примерно, короче, вот так бы было. Вот. Оно 16 марта? Ну, 16 марта я запущу стрим. Приходите обязательно. И прикиньте, победа! На айсбоксе, что очень важно. Это прям... И я даже в КД. 14-14-4. Вот это серьезно. А что по званиям было? О, даже платина была, между прочим. Слушайте, ну вообще-то, я называю это максимальной крутотенью. Чат, я вас умоляю, пожалуйста, я заебался, но я не заебусь вам скидывать ссылку на телегу, чтобы вы подписывались, чтобы потом просто меня не теряли. И, ой, я же не захожу на твои стримы, потому что я не помню, где ты находишься. Вот. И давайте сейчас, например, кого-нибудь обрадуем. Сейчас я знаю, кого мы обрадуем. Вот. А вот, давайте, я опять забыл, как она пишется, но ничего. Давайте сделаем как. Кстати, скорее всего, возможно, что послезавтра будет еще один стрим, поэтому не забывайте приходить. Это очень важно. Так, сейчас, простите, чат, я сейчас посмотрю, как пишется ник этой мадам. Так, мисс, ага. Ага, и вот как-то так. Ну... Друзья, спасибо огромное, что заходите. Приходите еще, подписывайтесь на телегу. Я вас люблю. Салют, ми фамилия. И все в таком духе. Кажется. Пока. Канал проходил. Ну, канал не в сети. Ну, значит, на сегодня все. Чат, рейда не получилось. Всем пока.